Доброе утро, мы на бодрячках, в общем, двигаемся завтракать. Погода секс. Для пляжа, но не для гонок. Но придется гонять в такую прекрасную жаркую погоду. Будем очень жестко потеть в тачках. Сейчас что, едем до своих гоночных машин на гоночный трек. Все. Будем раздавать. Блядь, ну солнце, да? Хорошо-то как. Сейчас попрём. Такое вот доброе гоночное утро на треке у нас. Мы все зарегистрировались, номера получили, медком прошли, наклеечку наклеили. Сережа скручивает номера, нехороший. И сейчас стоим в очереди на техком. Вот такая вот история у нас. Вам надо в тех парах съездить. Ну что это? Ставь, не смотри, я думаю, главное пройдешь. Разбор, постановка, и нужно собрать... Мы как зимой вступили, даже если где-то какой-то косячок в постановке или еще где-то, вы можете это потом перекрыть. Выехали на тренировку. Краси 28 на улице. Зимой вечно минус, летом вечно плюс. Очень жарко, круг проехал. Насквозь мокрый. В машине окна пластик, вон, дырки сверлили, но этого очень мало. Сейчас будем резать дальше стекла. Жарко, пипец. Надеюсь, тачка вывезет базар, потому что, ну, реально очень жарко. А конфиг длинный, пизды даешь от начала до конца. Хороша колесница. Да, Серега? Все, брифинг прошел. Валим. Сейчас схождение на глаз покрутим. И погнали. Мне кажется, на вчера хорошо. Ну чё, как проехал, братан? С кайфом, братан. Кайфом? Ты видел? Да, красава. Красиво? Да. Ну, он там наисполнял, конечно, но я все равно до последнего старался. Да, красава. Ну что, я замученный, конечно. Весь день в жигобане, в салоне градусов 60. Но базар вывез. Квалификация первое место. Второе место. Машина пострадала. Вот так фонари выглядят. Ну, да, вот это самое главное, что это не зря. Все, есть. Смотрим. Он стоит на первую ступеньку. Временно. Кирилл Винзяев, победитель квалификации, дамы и господа. Коля бодрится как может. Я уже стало страшно, решил постигнуть. Тем временем мы едем домой. Зарядочка. Зарядочка, она помогает. Бодрости дает. Воздух. Бодрости дает, да? Да. Ну ладно, теперь получается ты на бодряках. Можно еще пятихаточку дунуть. Машка и домой. Горит еще один, да? Нет, давай не это. Мы где-то под Мариинском. Ты запомнил как? Не, я хотел в темноте. Все, в этой суете подбили Кирюху. Заправляемся и домой. Некогда было ничего выкладывать. Серег! Вот он и! Довольный!